Как сократить количество мусора, когда оно растет не только на полигонах республики, но и на улицах городов? Об утилизации твердых бытовых отходов говорили на совещании в Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов. На сегодняшний день в городах и районах все больше несанкционированных свалок, а многие полигоны не до конца оборудованы. По словам замминистра сельского хозяйства, для решения этих вопросов нужен комплексный подход. Наша задача была больше саккумулировать всю информацию, которая есть, саккумулировать все проблемы, чтобы сделать определенные выводы, потому что здесь и вопрос нормативно-правовой базы стоит, и вопрос какого-то определенного креатива в этой сфере. Мы, допустим, пригласили представителей частного бизнеса, который занимается переработкой, то есть очень много интересного услышали. У частного бизнеса есть предложение. Большую часть мусора, к примеру, стеклянные бутылки или полиэтиленовые изделия, возможно переработать. Таким образом, на полигон попадут лишь органические остатки. Но для этого нужна сортировка ТБО. На сегодняшний день, например, в столице сортируют лишь 30% мусора. Основная задача – выйти на 100% показатель. А для этого нужно немалое финансирование. Как найти пути решения, еще будут говорить в Минсельхозе. А представители спецавтохозяйств республики, в свою очередь, должны будут выступить с конкретными предложениями.